Алтайский артист и московский режиссер. В Барнауле поставили трагикомедию «Случайные встречи». На сцене 30-е годы. Америка. Депрессия. Именно это сейчас предлагает посмотреть постановщик Марина Глуховская. Говорит, спустя почти век жизнь человека в эпоху кризиса неизменна. Все, что связано с пиковыми моментами существования человека, с миром накануне катастрофы, с ощущением внутреннего апокалипсиса, как мне кажется, не перестает быть актуальным. Это персонажи американского писателя Уильяма Сараяна, списанные из жизни. Герои не хорошие и не плохие, не добрые и не злые, как и мы. Они читают книги, разговаривают, пьют чай. А в другой сцене дерутся и борются за свои убеждения. Все они грешные и неудобные сильным мира сего, объясняет режиссер. Бар — это чистилище, откуда нет выхода. В таких условиях сложно остаться хорошим. Гарри Отрия, комедиант, потерявший работу, своими острыми шутками ходит по лезвию ножа. Цел после представления лишь благодаря кукле, ведь это она шутит. Его юмор не находит отклика, но герой не может остановиться в поиске своего зрителя. На самом деле, мы когда делали эту роль, мы думали, что он на самом деле уже на грани становится, но каждый раз у него что-то вот заводится, подрывается и так далее. Это все происходит в чистилище и так далее, ну и вот, и они с музой так-то померли, умерли, возможно, из-за этих текстов как раз-таки. Попытки вырваться из замкнутого круга, придать своей жизни смысл, хотя живы ли они на самом деле? Ответы в случайных встречах. Зрители ждут уже сегодня. Премьера в Театре драмы продлится 3 дня. Дарья Демиллер, Никита Ермаков, Николай Шелко. День с толком.